При спокойном вдохе в легкие взрослого человека поступает около 500 кубических сантиметров воздуха. И столько же выдыхается. Этого достаточно, чтобы снабдить организм кислородом. Но после самого глубокого вдоха человек может выдохнуть в 7 раз больше воздуха. 3500 кубических сантиметров. Этот объем называется жизненной емкостью легких. Это наш резерв. Он включается в горах. Недостаток кислорода заставляет дышать чаще и глубже. Этим резервом пользуются все, кому приходится совершать усиленную мышечную работу. Дыхание можно и нужно тренировать. У людей с хорошо развитой грудной клеткой жизненная емкость легких достигает 5000 кубических сантиметров.